Три стороны описанного около окружности четырехугольника относятся в последовательном порядке как один к двум к трем. Найдите большую сторону этого четырехугольника, если известно, что его периметр равен 32. Обозначим стороны. Пусть АБ равно х, следующая сторона АД равна 2х и СД равно 3х. Четырехугольник АБЦД описан вокруг окружности. Это означает, что суммы длин противоположных сторон равны. То есть 3х плюс х равно 2х плюс BC. Отсюда мы находим, что BC тоже равно 2х. Тогда периметр равен сумме всех сторон. Значит, мы получаем, что 8х равно 32, и отсюда х равен 4, а большая сторона равна 3х, то есть 12, ответ 12.